«Весна» вдохновляла многих талантливых людей. Поэты воспевали ее красоту словами, художники изображали на своих картинах. А передать ее нежное звучание попробовали музыканты оркестра русских народных инструментов. Мы всегда работаем с нашими инструменталистами, с нашими вокалистами и смотрим на их состояние сегодняшнее, да, на те праздники, которые рядышком вот в этот временной промежуток находятся, и подбираем, соответственно, программу. И также стараемся представлять новые сочинения, которые наша публика еще не слышали. Концертная программа впечатляла разнообразием музыкальных жанров и инструментов. Вся палитра русских народных инструментов – это и бумрачка, баян, балачка и даже гусли. Виртуозную игру на гуслях показал Тимур Аптекаев, студент музыкального колледжа Ипполитова Иванова. Совершенно замечательный звук. Как только я услышал этот инструмент, взял его в руки, я сразу понял, что да, это мое. Мне очень сразу понравилось. И причем на первых этапах он достаточно прост в усвоении, и поэтому очень быстро вливаешься в сам процесс. А очаровал звуками баяна Рустам Каблахов. Почему я выбрал баян? Все как-то с детства пошло, что все пошло от мамы. Мама играла, правда, на аккордеоне, но все эти инструменты, они родственные по звукоизвлечению. Но баян выбрал, услышав в школе это звучание, мне настолько это поразил этот звук, и я выбрал этот инструмент. Солист оркестра, заслуженный артист России Владимир Кабанов исполнил три произведения – песню «Вдоль по Питерской» и романсы на стихи Сергея Есенина и Александра Пушкина. Я вас любил. Самая любимая моя сцена. Здесь у меня все начиналось. Первые мои выступления начинали здесь. До сих пор в этом коллективе радуюсь тем, что он есть. Мне приятно, что в этом коллективе я обрел свою семью. Здесь у меня жена на аккордеоне играет. Дочь вот у меня тоже стремится здесь тоже. Предложение свое есть у нее, чтобы что-то тоже творческое сделать. Композиции, прозвучавшие со сцены, покорили сердца зрителей. Слушала, когда репетиция была, аж в пляс хочется сразу выйти от этих песен, от музыки. За душу берет и задорные такие, красивые. Ну, наши русские песни не всегда хороши. Музыкальный вечер в компании оркестра стал прекрасным подарком к весеннему празднику для ценителей искусства. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.